Привет, это Владимир Милов, и сейчас мы расскажем вам все о федеральном бюджете на следующий год, который правительство внесло в Госдуму, и у вас полезут на лоб глаза от того, сколько у нашей власти лишних денег. Вы же прекрасно помните, как нам в последние месяцы рассказывали, что нет никаких других вариантов сбалансировать бюджет, кроме как повысить налоги и повысить пенсионный возраст. И вот что мы видим, 20 сентября правительство на своем заседании одобрило главный финансовый документ страны на ближайшие 3 года. И основная его составляющая – это рекордный, невероятный, гигантский профицит, то есть превышение плановых доходов над расходами. Правительство хвастается тем, что бюджет вернулся к профициту впервые с 2014 года. И только оцените масштабы, сколько лишних денег будет у нашей власти в карманах. Вот на этом графике вы видите, сколько правительство запланировало лишних доходов на ближайшие 3 года. В совокупности с профицитом, который уже сложился за 8 месяцев этого года, это примерно 2 триллиона рублей только с января по август. Мы получаем больше 6 триллионов рублей лишних денег в руках у правительства за 4 года. То есть никак нельзя сказать, что у правительства не хватает доходов для того, чтобы сбалансировать свои обязательства. Наоборот. Что такое профицит? Это когда, допустим, вы доходов запланировали на 20 триллионов рублей, а расходов у вас плановых всего на 18. И вот у вас по году получается 1 или 2 триллиона лишних средств, которые вы не знаете, куда потратить. Ну, правительство-то утверждает, что оно знает, куда будет девать эти деньги. Оно будет их складывать в кубышку, в так называемый фонд национального благосостояния, который к концу 2021 года по планам превысит 14% ВВП. Но согласитесь, это все смотрится ужасно странно. Нам буквально только что рассказывали, что нет никаких других вариантов, кроме как повысить НДС с 18 до 20% с 1 января. Нет никаких других вариантов увеличивать финансирование пенсионной системы, кроме как повысить пенсионный возраст. И вдруг, параллельно, в этой же реальности, правительство признается, что у него рекордный объем лишних средств, которые оно планирует складывать в кубышку и никуда не тратить. Давайте зададимся вопросом, а зачем нужно властям вот это все накопительство? Почему лишние деньги, которые у правительства есть, не потратить на те же пенсии или еще на что-то нужное? Зачем их складывать в кубышку и ничего с ней не делать? В документах к проекту федерального бюджета, которое правительство опубликовало, прямо сказано, что оно ждет будущих кризисов, и нет других вариантов их пройти, кроме как накапливать дополнительные средства в Фонде национального благосостояния. То есть нас прямо предупреждают: ребят, будет хуже, и нас ждут серьезные трудности и непростые экономические времена. Вот буквально недавно премьер Медведев очень конкретно высказался на эту тему. Он сказал, что Россию ждут непростые 6 лет. Я хочу напомнить, что у нас экономического роста не было уже с 2008 года. То есть мы входим во второе десятилетие без роста экономики. И премьер Медведев, который уже много лет сидит в своем кресле, как ни в чем не бывало, обещает нам еще много лет новых экономических трудностей. Вот в этом и суть ситуации. Правительство прекрасно осознает, что оно не только не в состоянии обеспечить нам рост экономики, но и приведет нас в ближайшее время к новым крупным кризисам и подстилает себе соломки на этот случай, накапливает резервы для того, чтобы заливать будущий пожар. Заложниками этой ситуации выступаем все мы, не только люди, которым отодвинули давно ожидавшийся долгожданный выход на пенсию, но и в целом экономика, предприниматели, работники, люди, которые покупают товары и услуги в магазинах. Вот, например, из-за повышения НДС власти уже пересмотрели вниз прогноз роста экономики и пересмотрели, например, вверх прогноз инфляции и роста цен на следующий год. То есть повышение НДС довольно больно по российской экономике ударит. При этом возникает вопрос, а зачем оно вообще нужно, если в карманах у правительства сейчас будет столько лишних денег? Конечно же, в такой ситуации, при таких огромных профицитах, тоже повышение НДС нужно просто отменять. Тем более, что оно очень болезненно ударит по нашей экономике в следующем году. Вот на этом графике вы можете увидеть, какие темпы роста нам рисует власть на ближайшие 3 года. И они будут едва-едва выше 1% в следующем году. Этот прогноз был пересмотрен вниз именно из-за повышения НДС. А что касается последующих лет, то министр экономики Орешкин обещает, что только в 2021-м, далеком и мифическом году, мы якобы выйдем на 3% роста. Это у них такая блуждающая цифра из года в год. Как помните, в «Алисе в Зазеркалье» было варенье на завтра, которое никогда не наступает, и его никогда в итоге нельзя съесть. Я лично не вижу, из каких факторов в дальнейшем возьмется экономический рост. Может, правительство хочет проводить структурные реформы, ликвидировать неэффективный госсектор, провести демонополизацию и повысить производительность труда? Ничего этого не видно.
Может быть, оно активно хочет привлекать иностранный капитал и частных инвесторов? Нет, мы видим, что отток капитала в этом году бьет все рекорды и за 8 месяцев составил более 26 миллиардов долларов. Так что непонятно, откуда возьмутся орешкинские 3% роста в 2021 году, но пока что власти абсолютно спокойно и хладнокровно обещают нам новые экономические трудности и следующий год без заметного роста экономики. Давайте поговорим о пенсионерах. Ведь все же, в конце концов, затевалось для того, чтобы, как говорит власть, увеличить им пенсию. Давайте посмотрим, заложено ли в федеральный бюджет хоть какое-то значимое увеличение пенсии в 2019 году. Антон Силуанов, министр финансов, озвучил цифру индексации пенсии на следующий год. Это всего-навсего 7%. 7%. Вот сколько шуму было из-за того, что якобы мы повышаем пенсионный возраст, чтобы серьезно увеличить пенсии и тем, кто уже достиг пенсионного возраста, начали платить больше. Но это оказалось просто очередным враньем. Реальное увеличение расходов на выплату страховых пенсий, вы можете посмотреть на ближайшие три года, это где-то 200-300 миллиардов рублей в год. Это совершенно несравнимо с теми огромными профицитами, которые будут скапливаться в правительственной кубышке. Почему не увеличить бюджетный трансфер пенсионному фонду? Вот на графике вы можете увидеть, что он остается плоским и стабильным в течение всех этих лет. То есть власть не хочет увеличивать дотации из бюджета пенсионному фонду, а наоборот просто хочет экономить его собственные деньги за счет повышения пенсионного возраста. При этом индексация пенсии будет мизерная – 7%. Ну что это такое? $15 добавят российским пенсионерам? И ради этого затевалась вот эта так называемая масштабная пенсионная реформа? Зато из бюджета вы можете увидеть, что есть кое-что, что правительство любит гораздо больше, чем пенсионеров. А в этом году был создан так называемый фонд развития в составе федерального бюджета, из которого должны финансироваться так называемые крупные инфраструктурные проекты, которые якобы должны двинуть экономику вперед. Вот на этом графике вы можете увидеть, что объем финансирования этих инфраструктурных проектов примерно в два раза будет превышать увеличение расходов на пенсии с 2019 по 2021 годы. Так что же правительство родило нам в виде вот этих так называемых национальных проектов? Ну вот посмотрите, например, на эти заголовки. Мы будем финансировать промышленную зону в Египте в районе Суэцкого канала. Из денег наших налогоплательщиков будем строить очередную Асуанскую плотину для наших африканских друзей. Ну и все, конечно же, успели обсудить пресловутый мост на Сахалин, который, скорее всего, будет строить дружок Путина Ротенберг. Буквально несколько недель назад федеральные чиновники сами признали, что нет никакого экономического смысла строить мост на Сахалин. Кстати, его поэтому и не строили даже в советское время, потому что там нет достаточного грузового трафика для того, чтобы его окупить. То есть это проект, который не будет генерировать рост, а наоборот заберет ресурсы, построит что-то ненужное, чем потом не будут в полной мере пользоваться. Но зато Ротенберг на этом очень хорошо заработает, и мы видим, что он уже навострил лыжи для того, чтобы не только мост на Сахалин, но и кучу всяких других дорог и мостов, которые, скорее всего, не будут востребованы, построить за бюджетный счет. Сейчас будет очень много людей, которые будут вам рассказывать, что якобы бюджетные инвестиции могут быть эффективными, вот мы разовьем какую-то инфраструктуру, которая двинет экономику вперед. Слушайте, ну, во-первых, когда инвесторы в Россию не идут, когда капитал утекает рекордными темпами, когда производительность в госсекторе низкая, ну, во-первых, никакого роста просто не возникнет само по себе, и кто будет пользоваться этой инфраструктурой, это большой вопрос. А во-вторых, вот давайте посмотрим на результаты вот этого массового бюджетного инвестирования в прошедшие годы. Вот на графике, который вы сейчас видите, та линия, которая идет вверх, показывает объем капитальных инвестиций за счет средств бюджета всех уровней. Они достигли недавно 2 триллионов рублей в год. Это рекордная цифра и держится на этом уровне примерно все последние годы. И что, мы в результате увидели какой-то массовый экономический рост? Да нет. Как я уже говорил, мы 10 лет живем без роста, и никаких перспектив того, что экономика куда-то рванет, не видно, а сам премьер Медведев признается, что нас ждут трудные 6 лет. Таким образом, жизнь довольно очевидно доказывает, что бюджетные инвестиции не приводят к росту. Они приводят к закапыванию денег в землю, к тому, что экономисты называют термином «омертвленный капитал», когда вы строите что-то ненужное, потому что чиновники так криворуко спланировали все это дело. И потом оно не работает, не генерирует новой стоимости и не генерирует экономического развития.
Скорее всего, в нашей коррумпированной системе, где основными бенефициарами, основными выгодополучателями от вот этих огромных бюджетных подрядов являются всего несколько человек друзей Путина, которые сказочно на этом богатеют, при том, что экономика и эта инфраструктура не востребована, в таких условиях, конечно же, эти огромные бюджетные инвестиции не дадут никаких всходов и никакого роста экономики. Гораздо лучше было бы дать эти деньги на пенсии, потому что пенсионеры – это потребители товаров и услуг. Они возьмут эти деньги и пойдут с ними в магазин, создадут спрос, создадут предпринимателям возможность производить и продавать новые товары и услуги. Вот так, собственно, должна двигаться и развиваться наша экономика. Но правительство предпочитает складывать деньги в кубышку и закапывать их на всякие ненужные дороги и мосты, на которых заработает Ротенберг, Тимченко и прочие путинские друзья. Вот, собственно говоря, федеральный бюджет на ближайшие 3 года, он ровно об этом. Людям власти денег давать не собираются. Они хотят складывать их в кубышку и давать их Ротенбергу на то, чтобы строить мосты в никуда и помогать египтянам развивать Суэцкий канал. Это все, что вам нужно было знать о федеральном бюджете на следующий год. И мы обсудим его в ближайшем выпуске программы «Где деньги» на канале «Навальный Лайв», которая выйдет в четверг в 13 часов по Москве. Вы можете задавать вопросы к нашей передаче либо в чате под этим видео, либо в ваших соцсетях с хэштегом «Где деньги». Я обязательно на все ваши вопросы постараюсь ответить в нашем ближайшем выпуске. Смотрите наш канал.